언니 내가 지 아들을 지 엄마 사적 성격이 그런 거다 지 아들 못 차요 제일은 지 지금 다다 지금 평화 다들지 하고 특별히 진짜로 참을 줄 알아 이런 게 너무 오늘따라 지 차대로 참을 줄 알아 당연히 사적 성격이 하면 제가 지켜면서 지 하고 이제 참을 줄 알아 И в этом, собственно, состоит различие между теми, кто мгновенно достигает реализации, и теми, кто постепенно продвигается по пути. Применительно к этому Джигтен Сунгун сделал интересное замечание. Интересное высказывание его гласит, что те, кто, что все существа в конечном итоге являются теми, кто продвигается постепенно. Даже те, кто достиг реализации спонтанно, не являлся таковым исходно. Просто в прошлых своих жизнях они осуществляли обширное продвижение по пути, засеяли в своем потоке ума все на бодхичитты, и посредством взращивания этой бодхичитты они породили в своем уме высокий уровень способностей, добились остроты ума, благодаря чему смогли ухватить мудрость пражни и посредством этого постигли то, что должно быть реализовано в силу этих условий. Однако в предшествующих своих жизнях они также были практикующими, которые продвигались поэтапно. И в этом смысле мы можем сказать, что все существа являются продвигающимися постепенно. Может казаться, что в этой жизни кто-то является достигающим реализации спонтанно, однако в прошлой жизни своей такое существо породило обширную бодхичитту, и в уме его зародилась глубинная мудрость пражни. Сила этого, на основе слов Джигтен Сунгуна, мы можем заключить, что на самом деле все существа являются продвигающимися постепенно. Поэтому важно понять тонкую взаимосопряженность между этими вещами, а также понять, в чем состоит польза. Некоторые практикующие говорят, что уж я сейчас не знаю, я не понимаю, что что-то объясняется, мне сложно дойти до понимания глубинного смысла дхармы, невозможно. Наверное, не повезло уж постичь глубинную дхарму. Такие практикующие могут ощущать усталость и даже быть склонными сдаться. Но, тем не менее, важно обрести глубокое понимание того, что отказаться от попыток в таком смысле, в этом случае было бы чрезвычайно печально. Мы все продвигаемся постепенно, нам, и с этой целью, с этим, продвигаясь постепенно, мы идем по пути. И потому для начала нам необходимо обрести прозрение в безобманность закона причин и следствий. Необходимо породить высшую мотивацию любящей доброты, развить бодхичитту для того, чтобы бодхичитта это становилось все глубже и глубже. Пример может послужить зерно. Если мы сажаем зерно в плодородную почву, то постепенно при наличии соответствующих условий оно расцветет. Точно так же мы должны рассматривать и тех, кто достигает реализации спонтанно. Они подобны цветку, который уже распустился. Однако цветок этот не возник из ничего. В прошлом такие практикующие заложили семя бодхичитты посредством тренировки ума, обрели благодаря этому глубинное прозрение, глубинной мудрости, праджни. И это те факторы,
которые сошлись воедино в прошлом, было заложено семя, и в силу этого теперь эти практикующие могли обрели способность спонтанно постичь глубинный смысл ваджраяны. Таким образом, мы видим, как же функционирует эта глубинная взаимосопряженность. Wenn wir beharrlich daran bleiben, wird aus diesem allmählichen Wachstum unweigerlich uns auch eine Blüte werden. So, there are some English-speaking people here that unfortunately do not have a earphone, so please come around or англоговорящие люди, не имеющие наушников, садитесь рядом с Дитером на левой стороне зала в надежде слышать, что он говорит. Далее есть индивидуумы, у которых, возможно, присутствует ошибочное понимание, связанное с некоторыми колесницами. Они, например, говорят, Будда напрямую не учил ваджраяне, она не восходит непосредственно к Будде. Есть также люди, которым кажется, что они не могут напрямую вступить в ваджраяну, что они не имеют для того способности. Здесь важно рассматривать эти вопросы в более глубоком контексте, увидеть, что причины были созданы учениями самого Будды. Сам Будда говорил, что вначале засевается семя, и таким семенем может быть учение четырех благородных истинах. После этого может возникнуть или проявиться более глубинный и быстрый путь, тайная мантра или ваджраяна. В свете этого мы видим, что на временном уровне есть путь, на определенный период есть путь колесницы характеристик сатраяны, а позже может быть разъяснен путь тайной мантры, который позволяет пересечь стезю напрямую. В этом смысле все нас возводит обратно к словам Будды, где говорится, что ваджраяна напрямую связана с основополагающей природой или основополагающими способностями всех существ. И говорится, что все живые существа по сущности своей являются Буддами. Это основа, источник ваджраяны. И это
в первую очередь объяснена в озаряющей сутре Луны, в которой Будда говорит, что все живые существа — суть не что иное, как Будды, однако они временно омрачены временными завесами. Такова цитата из слов самого Будды, зафиксированная в сутре. И все существа по природе своей являются Буддами, и потому нет ничего, кроме глубинного воззрения Ваджраяна относительно того, что в сущностной своей природе, в глубинной своей природе живые существа являются Буддами. И это безобманные слова Будды. Будда в своих учениях разными способами объяснял этот момент. Есть те слова, которые соответствуют словам Будды, и есть те, что напрямую изошли из его уст, а также те, что следуют его вдохновениям или благословениям. То есть три формата передачи. Те, что соответствуют вдохновению или благословению исходящему Будды, те, что соответствуют его словам, и те, что напрямую изошли из уст Будды. Римпоче не освещал подробно эти три категории. Однако, если мы вернемся к разделению на сутраяну и тантраяну, то можем сказать, что сутраяна в первую очередь соответствует, в первую очередь опирается на мотивацию бодхичитты, порождение просветленного настроя бодхичитты, и в то время как поведением на пути является практика шести парамид, шести запредельных парамид, с которыми вы знакомы. Таков здесь путь. Yeah, so take it.
etwas vergessen, aber ist genau das, dass wir eben unsere Zweifel Итак, daran, теперь МПЧ более подробно разъясняет эту тему. Итак, как же слово Будды распространилось в этом мире? Итак, первый формат распространения посредством вдохновения или благословения. Второе, посредством тех слов, что напрямую соответствуют словам Будды. И третье, посредством слов, напрямую изошедших из уст Будды. Если мы рассмотрим, скажем, сутра сердца, сутра сердца, это очень хороший пример этих вещей. Сутра сердца Будда не дает учений самостоятельно на основе просьбы Шарипутры, Шарибу. Сутру сердца разъяснял Авалокитешвара. То есть тот, кто дает объяснение, это на самом деле сам Авалокитешвара. Однако важно здесь понимать, что просветленный замысел Будды не разделен с просветленным замыслом Авалокитешвары. Важно это понимать. С просьбой выступил Шарипутра. Однако, поскольку просветленный замысел Авалокитешвары не разделен с просветленным замыслом Будды, мы можем сказать, что Авалокитешвара был вдохновлен Буддой или следовал замыслу Будды. И потому в конце сутры сердца Будда говорит «так и есть, так и есть». Это означает, что на самом деле Авалокитешвара и Будда имеют единый просветленный замысел. Более позднем уровне в Ваджраяне мы говорим о линии победоносных. И здесь, опять же, будучи вдохновленными просветленным замыслом, речь идет о тех, кто вдохновлен просветленным замыслом Будды, так же, как он был вдохновлен Авалокитешвара. Итак, мы уже оговорили тему сутр, где речь идет о порождении бодхичитты и практике шести парамид. И это путь очень длительный. Мы продвигаемся шаг за шагом, проходя этап за этапом, и после множества жизней, претерпевая множество тягот, мы практикуем путь шести совершенств. С другой стороны, Ваджраяну называют кратким или быстрым путем просветления. И здесь мы также очевидным образом порождаем бодхичитту. Бодхичитту как основу. Это основа Ваджраяны. Но мы работаем с Татхагатагарбхой или природой Будды напрямую. Скажем, кармические предрасположенности нашего тела очищаются за счет глубинной стадии зарождения йоги божества. Кармические предрасположенности речи очищаются посредством повторения мантры, и аналогичным образом мудрость джняны очищает завесы ума. Поэтому говорится, что это путь, за счет которого мы можем за одну жизнь достичь состояния полного и совершенного пробуждения. И потому это быстрый путь, относительно которого говорится, что практикующие высших способностей за одну жизнь в одном теле достигают просветления, практикующие среднего уровня способностей освобождают себя в бардо смерти ранее, а практикующие наименьшего уровня способностей достигают совершенного и полного пробуждения во втором бардо, бардо становления. Таким образом, мы видим, что Ваджраяна — это быстрый, скорый путь. В идеале мы достигнем просветления всего за одну жизнь. Однако суть здесь в том, что основой Ваджраяны также является бодхичитта. А на путь мы привносим природу Будды. Wenn du die
Итак, если же мы будем рассуждать в контексте посвящений, о требованиях, которые предполагаются в посвящении, как учитель, так и ученик должны обладать определенными качествами, которые требуются для того, чтобы как даровать, так и получать абхишеку или посвящение. Со стороны наставника требуется множество качеств, и также множество качеств предполагается и на стороне ученика. Их можно объяснять очень подробно, но здесь Ринпоче рассматривает их лишь в сущности, как сущностные пункты. Итак, есть множество качеств, однако сущность всех качеств состоит в том, что у нас должна быть устойчивая вера. Должна присутствовать устойчивая вера, которая была бы постоянной и незыблемой. Нам необходимо быть осторожными по отношению к практике и обязательствам. Необходимо быть наделенными высоким уровнем умственных способностей, а на самом деле говорится высоким уровнем праджни или мудрости. Мы должны обладать способностью многое претерпевать, то есть обладать качеством терпения. Таковы основные качества, которые должны быть порождены в нашем уме. Таковы качества ученика. Из всего множества качеств, относящихся к ученику, это самое главное — устойчивая вера, аккуратность применительно к практике, высокие умственные способности или мудрость и способность претерпевать, иначе говоря, наличие стойкости. Итак, применительно к качествам ламы, которые здесь сущностно изложены в тексте, который рассматривает Ринпоче, где описываются все предварительные условия для посвящения. Лама должен быть устойчив характером, наделен глубокими, глубинными познаниями в Дхарме, искусным во всех качествах познания. Итак, для того, чтобы быть полностью устойчивым в практике, лама должен обладать абсолютной истиной, обладать состраданием, быть знающим во всех сферах познания, относящихся к дхарме, а в идеале быть знающим как в мирских науках, так и в науках дхармических, должен быть чрезвычайно искусным во всех методах построения мандал, обращение с мантрами, совершение огненных пудж и так далее. Таковы некоторые из наиболее значимых качеств ламы. Sie haben das, was wirklich wesentlich ist, mit dieser Welt umzugehen, und das, was wesentlich ist für den Weg des Dharma, das haben Sie begriffen.
Еще очень многое можно сказать, еще очень многое будет сказано о взаимоотношениях между учителем и учеником. Здесь говорится, что они должны очень глубоко друг друга изучить. Лама должен тщательно изучить ученика, учитель должен тщательно, ученик должен тщательно изучить учителя, и наоборот. И совет хороший, но это затруднительно. На это ушло бы много времени. А кроме того, во многих случаях мы увидим много ошибок. Нам сложно будет видеть в ламе лишь подлинность. Сложно будет воспринимать все как совершенно чистое. Но на самом деле, с обеих сторон то же самое. Что же делать, спрашивает Ринпоче. В первую очередь, нам необходимо сосредоточиться на самих себе. Ученику необходимо сосредоточиться на себе, а учитель, в каком-то смысле, что будет объяснено, делает то же самое. Ученик проверяет сам себя. Мы вглядываемся в свой поток ума. Имеем ли мы чистую мотивацию? Мы должны принять ответственность за самих себя и проверить, обладаем ли мы мотивацией подлинной. Действительно ли мы обладаем подлинной мотивацией, побуждающей нас на дхарму? Действительно ли мы наделены всеми этими видами способностей, всеми этими качествами? Мы должны проверять себя, и ради этой цели мы взращиваем доверие. Это важно. Когда мы Лами, со своей стороны, также сложно обладать всеми высочайшими качествами. Как говорил великий Джитсу Миларепа из Тибета, это слова из одной из его песен, когда некто дарует все передачи от Будды, такие как исходящие из Писания, устное наставление. Самое важное — это чтобы учитель и ученик встретились на уровне сердца. Так если мы смотрим на качество ламы, высочайшего ламы, это тот, кто наделен линией передачи. То есть лама должен быть наделен линией передачи, благословениями линии передачи. Лама должен обладать способностью передавать посвящение. И третье, он должен быть наделен великой любовью и великим состраданием. Из всех этих качеств, полагаю, Ринпоче, самое важное — это сострадание. То, чтобы лама или наставник обладал состраданием, обладал подлинной мотивацией, направленной на принесение блага ученику. То, чтобы суметь подлинно помочь ученикам. И ради этой цели мы и взращиваем глубинное доверие. Применительно к этим качествам важно проверять самих себя. Ученики проверяют сами себя, лама проверяет сам себя. Опять же, самое важное — это то, чтобы лама был наделен огромной любовью, любящей добротой и огромным состраданием. А единственным замыслом было осуществление дхармических видов деятельности для принесения блага живым существам. Если это
сочетается с нашим доверием, то может быть обречен плод. Ich muss im Grunde wissen, worum es dabei geht bei so einem Abhisheka, und ich muss viel Liebe empfinden für jene, die darum bitten. Das ist der Kern von alledem. Рома тепа-тепа, инки-тепа-тена, ранди, унею дурши-ни-тела, нугу-ти-муна, ти гев-ти-ни-ти, се-ва-там, шеранки, му-гу-ру-ти, тена геви, чанги ги-гин-ти, сен-та, чанги сен-на, не ба-гев-ти-ла, ве-то-ку-ло-ле-ти, ги-гин-са-чок-сен-ти, чанги ги-гин-ти, нугу-ти-тепа-ши-гин-ти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 -
Итак, что же Наварепа говорит относительно учеников? Какой совет он дает? Наварепа говорит о том, что нужно быть наделенными глубинным доверием и состраданием. Это самые важные вещи, которые нам необходимы. Если опять же затронуть тему веры или доверия, речь идет о вере в безобманное качество трех драгоценностей. Необходимо обладать неизыблемой верой в безобманное качество трех драгоценностей. Это чистая вера. Мы постигаем, осознаем глубинное качество трех драгоценностей. Второе. Мы обладаем верой устремления или желающей веры. И это желание или устремление к тому, чтобы быть свободными от страданий сансары. Второй вид веры. Третий вид веры — это вера доверия. И эта вера доверия напрямую связана с законом причин и следствия. Пониманием того, что у нас есть природа Будды, и того, что доверие относительно того, что на основе этой природы Будды мы можем прийти к плоду, то есть полному состоянию Будды. Таким образом, здесь, в Ваджаяне, самое важное, второе, что является самым важным здесь, в Ваджаяне, это любящая доброта и сострадание. По словам Наварепы, нам нужно быть наделенными как любящей добротой и состраданием, так и верой. И тогда мы будем достойным сосудом. Ученик станет достойным сосудом для обретения абхишеки. Если эти две вещи присутствуют вместе, любящая доброта, сострадание и вера, а вера, на самом деле, должна сопровождаться преданностью, вера и преданность должны идти рука об руку. Таким образом, ученик должен быть со своей стороны наделен любящей добротой, состраданием, верой и преданностью. Учитель со своей стороны наделен великой любовью, состраданием и мудростью, глубинной мудростью. И эти две вещи могут быть объединены, переплетены с преданностью. Могут быть и детские, что буквально означает «томление». И если эти вещи объединяются, преданность и сострадание со стороны ученика объединяются с любовью, состраданием и мудростью наставника, то происходит соприкосновение. То есть точкой соприкосновения являются любящая доброта, сострадание и бодхичитта. Ринпоче в один из предшествующих дней объяснил подробно термин «нёгу», преданность, что подразумевает сильное желание и сильное уважение. Абхишеката,
Также что-то принять, что-то породить. А после этого рассеяния, выбрасывания, цепляния за «я», мы порождаем настрой, который устремлен исключительно к благу других. И это именно тот замысел, то намерение, которое подробно разъясняется в 37 практиках. Очевидным образом, сущность 37 практик Бодхисаттвы состоит в том, что нам нужно быть свободными от цепляния за «я». И потому мы его рассеиваем, отбрасываем. Это первый слог понятия «абхишека» или «посвящения». «Абхишека» на санскрите. Во-вторых, нам необходимо что-то принять, необходимо что-то привнести, что-то в самих себя. И это настрой, который устремлен к благу других. Таким образом, мы видим, что в санскритском понятии посвящения, абхишека, содержатся две вещи. Они объединены. И важно этот смысл понимать. Настрой, который устремлен к благополучию других, это настрой, который содержит лишь замысел о принятии, настрой, подразумевающий лишь благо других. Так же, как у матери, испытывающей любовь к своему ребенку. В момент, мгновение, когда она испытывает любовь к ребенку, нет дискурсивного цепляния за ее собственное «я». Так что эта любовь матери, обращенная на ребенка, является простым импульсом
эта любовь матери, обращенная на ребенка, является простым импульсом, устремленным к осуществлению благополучия ребенка. И отсюда понятие шэнпэн, подразумевающее принесение лишь блага другому существу. Именно это должно быть улучшено. Именно это нам необходимо приобрести или принять. Таков второй слог понятия абхишека, второй аспект смысла. Без этого мы заботимся лишь о самих себе, цепляемся за себя. У нас могут быть добродетели, недобродетели мысли, иные умственные концепции. Иногда у нас также присутствуют так называемые концепции для понятия нейтральные, которые не являются напрямую связанными с добродетельными деяниями, и в то же время не связаны напрямую с деяниями недобродетельными. То есть это некие неопределенные мысли и чувства, и они на самом деле связаны с неведением, с глупостью. Они могут быть обращены в благое русло или в русло неблагое. И на это называются нейтральными, безразличными мыслями или чувствами, которые сопряжены с качеством неведения. Это в каком-то смысле. Бодхичитта в данном контексте. Это понятие абхишека на санскрите. Если же говорить о тибетском понятии, ванг буквально означает обретение силы, наделение силы или полномочиями. Итак, мы здесь обретаем силу. Какую же силу или власть мы обретаем? Мы обретаем контроль над своим собственным умом. Если мы устанавливаем, мы берем в свои собственные руки контроль, и это причина счастья. Если же мы попадаем под контроль или власть других явлений, это причина страдания. Если мы помним, можем вспомнить один единственный пример Авалокитешвару. Как и в предшествующем примере с матерью и ребенком, если мы вспоминаем Авалокитешвару, вспомнив о нем всего лишь на мгновение, мы замораживаем в своем уме неблагие качества, и благодаря этому может проявиться проблеск бодхичитты. И мы можем освободиться от цепляния. Оставаться свободными от цепляния. Самцы
Сущность этого настроя, устремленного исключительно к благополучию других, в том, что мы достигаем определенной степени независимости или контроля. В чем же польза от этого? Когда мы достигаем определенного уровня контроля или независимости, мы благодаря этому можем достичь счастья и освободиться от страданий. Такова подлинная польза настроя, устремленного к благополучию всех остальных существ. В силу чего мы обретаем определенную степень независимости, можем достичь счастья и суметь освободиться от страданий. Этот настрой, устремленный к благополучию других, опять же, в контексте, скажем, на примере, скажем, матери, которая обладает глубокой любовью и мощным состраданием к своему ребенку, в момент присутствия этого настроя в ее уме ни гнев, ни отторжение в ее уме проявиться не могут. То есть гнев не может воспрепятствовать этому качеству любви и сострадания. И если мы сумеем породить любовь и сострадание, это также поможет и другому существу естественным образом, облегчив его участь. И если мы говорим таким образом, мы видим, что сам этот настрой любви и сострадания естественным образом приносит пользу и нам, и другим. Настрой, который спонтанным образом осуществляет благо других. Мы видим, что сущностью здесь является настрой к благополучию других, а природа его проявляется в качествах щедрости, то есть открытости и обширности ума, следования определенным правилам и принципам. И, в-третьих, способности поддерживать в уме терпение. Это, собственно, первые три параметры, которые мы в этом контексте упомянули. Теперь же мы расширяем, распространяем эти качества в состоянии ума на всех живых существ и видим, что все живые существа — суть не что иное, как наши собственные добрейшие родители. И мы таким образом мы поддерживаем некий уровень щедрости, некий уровень устойчивости ума, некую внутреннюю дисциплину, всего чего мы отказываемся от причинения вреда в каких-либо взаимоотношениях. И, в-третьих, нам удается медитировать на терпении. Иными словами, порождать в нашем уме терпение на случай, если возникнут какие-то препятствующие условия. Таковы три качества, образующие природу этого ума, направленного на благо других, параметры щедрости, нравственного поведения и терпения. С другой стороны, если наш ум полон гнева, то эти качества, эти три качества в этом конкретном мгновении ума полностью будут отсутствовать. В силу этого нам следует постоянно порождать, постоянно вызывать качество любящей доброты и сострадания. И это приведет в качестве следствия к перерождению в высших царствах циклического бытия. А в конечном итоге, если объединить эти вещи с бодхичиттой, то они приведут к высочайшему плоду, то есть состоянию Будды. Если посредством этих методов нам удается распустить тугие узлы цепляния за «я», мудрость, в нашем уме возрастет мудрость. В нашем уме усилится это качество праджни, и это само по себе будет взаимодействием, взаимозапряженностью качества любви и качества мудрости. Можем задаться вопросом, как же это взаимодействие разворачивается. Если в нас присутствует любящая доброта,
любовь, то мудрость возникает. Скажем, если мы встречаем кого-то, кто испытывает дискомфорт, кто болен, нуждается в нашей помощи, в нашем сердце есть открытость, позволяющая нам приносить подлинную пользу другим, быть открытым и навстречу другим. И тогда мудрость на основе любви и сострадания усиливается, наш ум раскрывается, становится обширным, а посредством этого раскрытия расширение нашего ума, в уме нашем может усилиться и бодхичитта. В этом смысле мы видим, что благодаря любви и любящей доброте нам удается отказаться от беспокоящих эмоций, клеш, и ради... И посредством этого мы достигаем определенного уровня контроля. Нам удается освободиться от причины страданий, в данном случае от беспокоящих эмоций, посредством искусственных средств любви и любящей доброты. Durch die liebevolle Hinwendung auf das Kind wird sie automatisch danach schauen, wie und auf welche Weise und wofür sie hilfreich sein kann. Die ganzen verschiedenen geschickten Handlungen, die man unternehmen könnte, um jemand anderem zu helfen, kommen überhaupt nur zustande, weil wir ein Interesse daran haben, ein Herzensinteresse. Wenn wir keine Liebe und Sympathie zu jemandem spüren, dann ist uns diese Person im Grunde genommen egal. Und von Mitteln, geschickten Mitteln der anderen, dem anderen zu helfen, mal ganz abgesehen, wir haben noch nicht mal eine Empfindung dafür, welche Nöte und Bedürfnisse dort sind. Damit wir überhaupt wahrnehmen, was benötigt wird, braucht es diese Herzenssympathie. Und daraus ergibt sich automatisch das genaue Beobachten, das dann uns die geschickten Mittel finden lässt. So steht die Herzensliebe und die Weisheit in einer ganz direkten Beziehung. Und hat man das begriffen, dann könnte es für einen sehr wichtig werden, genau diese Haltung zu stärken. Und so wie die Mutter das zum Kind empfindet, könnte man daran nach Gründen suchen, warum man das nicht mit allen Menschen so machen sollte. Schließlich waren ja alle Lebewesen einmal unsere gütigen Eltern. Wir hätten also einen Grund, zu allen eine liebevolle Beziehung zu entwickeln. Und aus dieser werden alle Qualitäten, die wir jemals haben wollen, danach der Reihe nach entstehen. Das nennt man als die Fähigkeit der Selbstbestimmung, wie sie hier aus der Kraft von Bodhicitta, Herzensmut, entsteht. Und das ist der erste Anteil dieses Abhishekha. Сейчас тупо чары разве?